Добрый день! Вас приветствует компания BF Logistic, город Полтава. Сегодня хочу показать, что мы также занимаемся изготовлением ковшей для экскаваторов, не только импортом спецтехники с Европы. Вот. Сегодня мы выполнили заказ на два ковша 0,5 куба и 0,8 куба. И хотел бы немножко вам рассказать, показать по металлу, что мы делаем. Данные ковши мы изготавливаем. Основа у нас идет сталь 3, трущие части 0,9 Г2С. В данных ковшах используются бокорезы 20 мм, лезвие 40 мм, крепление также идет 20 мм в этом ковше, и основа идет 10 мм. Также, как вы видите, у нас идет защита от стирания. Тоже идет 10 миллиметров. Вот. Что касается этого ковша, этот ковш изготовлен, немножко сделан прочнее, так как здесь кубатура больше, здесь 0,8 куба идет, и соответственно здесь мы сделали крепление 40 миллиметров. По остальным параметрам там также остается 20 бокорезы, 40 лезвия. И основа идет 10 мм. И также сами бока изготовлены тоже из десятки, 10 мм. Что хотел бы еще сказать, зубья идут фирменные Caterpillar J300. Немного с вами сделаем небольшой видеообзор, как выглядят ковши. Также хотел еще сказать, на видео этого не видно, но по дну ковша у нас еще идет футировка толщиной металла 12 мм. Кстати, под кронштейны мы также используем дополнительные усилители. Вот. Как видите, сама коробка тоже сделана специально усиленная, вот, чтобы ни в коем случае при больших нагрузках не дала сбой, то бишь не порвалась. Ковши мы изготовили для клиента, для JCB-145. А это колесный экскаватор. Кстати, компания очень большая, занимается строительством солнечных панелей. Также, что хотел еще сказать, в заключение, в принципе, лезвие мы ставим уже по потребности клиента. Есть возможность сделать из хардекса. То есть это уже по желанию клиента, в принципе. Всего наилучшего, спасибо, что остаетесь с нами, смотрите наши видео, в дальнейшем скоро обновление.